Службові романи можуть виникати у будь-якому колективі, і ніхто від них не застрахований. Та чи можуть вони перерости у більш серйозні стосунки, будемо дізнаватись від Дмитра Соломазіна, психолога-психотерапевта. І я так сподіваюся, що пан Дмитро нам сьогодні про все розкаже, розкриє всі карти, як то каже, так? З приводу службового роману. Що ж прийнято називати службовим романом? Ну так, як почнемо з цього. Ну, как правило, служебным романом называют отношения, возникшие в рамках одной организации, ну, такие романтические, сексуальные. Угу. Так, ну це отак він такий, він є службовий роман. Але ж скільки біля нього всього там є різних пліток, різних думок, чого завгодно. Тож, чи може службовий роман розвиватися так, як нам хотілося б? Ось тут є якраз такий момент, знаєте, такий цікавий. Як зробити так, щоб ваш службовий роман не перетворився на трагедію? І такі є теж варіанти і випадки. І ми саме про це будемо сьогодні говорити. Тому давайте от з цього і почнемо. Якщо є вже сталося так, що у вас от службовий роман, то як себе треба поводити? Ну, взагалі-то по-разному. Тут ви хорошо сказали. Вопрос того, чого ти хочеш від цього роману. Тому що різні люди, скажімо так, вкладають різні бажання. Хтось хоче відносин, хтось хоче підняти самооцінку, хтось хоче самоутвердитися, хтось хоче отримати якусь вигоду для продвіження. Тобто, угу. Ось тут залежить, прежде всього, від цього. Так, зачем тобто треба вам ваш роман? Розуміти, перше, так? Якщо, наприклад, це жінка чи це чоловік, так, їм треба все ж розкласти по поличках і ставитись серйозно до службових романів, бо це ж може погано потім закінчитися. Да, может плохо, может хорошо. То есть вот здесь важно понимать, зачем, и какую-то свою ответственность, наверное, и какие-то рамки, границы, которые существуют. Угу. Потому что, ну, скажем так, конечно, это может быть какая-то интрига, там, как месть партнеру, там, может быть какое-то развлечение, и вот те причины, которые я назвал. Но, в общем-то, если ты хочешь сохранить работу, угу. То треба все це... То треба смотреть все-таки. Припинити, так? Чи ні? Не обов'язково. Вот. То есть бывают разные случаи. Бывает, когда прерывают, бывает, когда развивают и выходят замуж или женятся. То есть очень-очень по-разному. Справді, якщо кажуть так, що якщо ви вже завели стосунки на роботі, то вам потрібно розуміти, що потім можуть виникнути плітки, що про вас будуть говорити, що ви або повинні вже довести це до логічного завершення, так, або вже не починаєте. Організація буває дуже різна. Коллективы тоже. Там может быть одновременно много таких романов, и тогда это как бы пройдет бесследно. А иногда да. Но если такой роман заводится, то я думаю, что не обязательно об этом рассказывать всем, да, и показывать, потому что действительно это чревато. Тем более, что есть корпорации, где ну, конкретно это запрещено. Заборонено, так. Ну, и заборонено. Подписывают, да, и подписывают, и все. Но все равно это не мешает служебным романам, потому что, как правило, чувства, они... сильніше. Ось, якщо вже виникли почуття, ви розумієте, що виникли почуття, ось так воно якось з'явилося, але у вас є вже, наприклад, серйозні стосунки зі своїм партнером. Ну, я маю на увазі, там, чи у жінки, наприклад, чи у чоловіка, так? А ось тут загорілося. Що тоді? Що ви порадите як психолог-психотерапевт? У вас же часто такі трапляються випадки, так? Коли люди звертаються з такими проблемами. Ну, я скажу так, що це, в общем-то, еквівалент зміни, ну, такое является, в общем-то. Ну, тогда надо посмотреть, от чего это произошло. То ли это какая-то обида в отношениях с партнером, то ли не, ну, как-то не получается о чем поговорить, то ли там скука какая-то напала. То есть важно там посмотреть, а чего ж разделяет с партнером, и что ты добираешь в этом служебном романе. Начать нужно с этого. Самоаналіз – це справді дуже важлива річ для кожного з нас. І от для того, щоб ми розуміли точно, що, до чого призведе наш роман на роботі, що ж у нас відбувається у сімейному житті, бо справді, якщо вже сталося так, і у вас щось там десь виникло, значить, чогось не вистачає. Треба якось зробити практично це все. Чи можете ви, пан Дмитро, нам допомогти в цьому? Як розписати собі, які питання треба собі поставити, і для того, щоб розібратися? Ну, опять же, первое, да, зачем мне это нужно, да?
То есть второе, что я получаю в этих отношениях, чего не могу получить в семье. Да, это такой самый важный вопрос. На него не всегда можно найти ответ без помощи специалиста. Но часто для мужчин это, например, непринятие там, каких-то их качеств, которые они в себе старався, ценят. Старався, все робив, а тут... Какая-то ненужность, какое-то там, пренебрежение. Та же невозможность поговорить, свой собственный страх, то есть какие-то свои препятствия. А у женщин это чаще всего отсутствие восхищения от своего мужчины каким-то важным ее аспектом, тот, который она в себе теж розвивала ценить. І цінувала, да. А ну, от не помітили, так? Чи недостатньо, да, звернули увагу на це. От, да. Треба і тоді жінка обов'язково знайде где-то того, хто буде замічати. Хто це буде цінувати? Так. А на роботі, скажем так, це дуже удобно. Прийнято. Так. Ну, взагалі, служебні романи – це дуже удобна річ, тому туди і йдуть. Тому що там естественно, скажем так, ну, немножко искусственно, но, в общем-то, естественно, постоянно сформирована така, ну, близость с человеком, где можно друг друга узнать, где не нужно никуда ходить, никуда там выходить, не отчитываться, не звонить где-то. Да? Ты на работе, и там у тебя все есть. Удобно? Удобно. Угу. Тобто це таке зручне місце для розвитку якихось подій, можливо, трошки ілюзорних, бо вони ж насправді не завершуються нічим серйозним і немає такої великої відповідальності, яка справді в цих людей повинна була би бути. Так? Ну, я би сказав, що не зовсім не серйозно, тому що от курортний роман, там дуже багато ілюзій і фантазій. Да? В служебному романі там люди все-таки довге час попадають в різні ситуації, взаємодіють довго і там, в общем, много реального. Из моих знакомых, из моей там прошлой жизни, работы, очень много романов и семей сложилось именно благодаря, ну, не благодаря, да, а именно на рабочем месте. А як ви вважаєте, от взагалі, шукати собі партнера краще на роботі? Ну, от кажуть взагалі, що це не завжди так буває, але... Ну, не знаю, всем по-разному, но бывает, ну, я бы сказал, вообще, это от вас может и не зависеть, оно как бы само найдется, вот, можете даже не ожидать, ну, например, там, среди звезд, там, продюсер, певица, там, очень часто, очень много таких. Люди же сейчас находятся разом, они уже разумеют один одного, так? Да, не нужно знакомиться как-то, не нужно там, здравствуйте, как вас там зовут, и бегать друг за другом. Ви от здесь. З приводу зради, справді, дуже така тема серйозна, яку ми сьогодні трошки зачепили, але хочеться про неї поговорити. Якщо вже сталася зрада, як ви кажете, от так, одного партнера чи іншого, то тут теж є свої моменти. Як цю зраду переживати, як її переносити, і взагалі як до неї ставитися? Бо зараз ставлення до зради в суспільстві змінилося. І те, що раніше було там табу і забороною такою серйозною, колись, я маю на увазі, там багато-багато років тому, то суспільство з часом перестає вже ставитись до неї так відверто і відповідально. Так вже зрада змінюється, стирається трохи. Ну, говорити друг з другом. Ну, це достатньо складна задача. Вот. І важливо, ну, определити свої чувства по цьому поводу. Ну, якщо жінка йде в зміну із того, що я сказав, да, вона, як правило, залишається з обідою. То есть серьезная обида, которая очень мешает, ну, скажем так, создавать близость в отношениях, там, давать мужчине своему то, что она давала до этого. И пока, в общем-то, она с ней не разберется, не проговорит или мужчине, или там со специалистом как-то сама, то, в общем-то, дела не будет. Ну и адюльтер здесь в данном случае, он помогает отношениям, потому что в некоторых случаях, потому что там женщина получает то, что не может здесь не получить, не разместить, и сохраняется какой-то баланс. Ну, если, конечно, потом не уйдет в отношения уже реально с другим человеком. Вот. Мужчине тут, ну, как-то бывает сложнее, потому что ему говорить намного тяжелее, что делать с этими там чувствами, кроме как либо уходить куда-то, закрываться или сильно агрессировать, мужчине бывает сложно.
Поэтому здесь тоже хорошо бы сходить к семейному психотерапевту, вот, и который может помочь какие-то моменты прояснить и, в общем-то, этот диалог наладить. И да, это совместное такое определение, чего же, ну, такое происходит в наших отношениях. Бывает, конечно, когда мужское сексуальное воспитание, которое не совсем развилось, скажем так, было так проведено, да, мужчина может просто из этого искать еще кого-то. Вот. Но чаще все-таки чего-то недополучает. И тогда это важно найти и обсудить друг с другом, и какую-то прожить совместную боль. Потому что ни хорошо ни тому, ни другому. Но разобраться, что делать с местью, которая возникает как последствие обиды. Да. Ну, вот ви так, ви знаєте, так розказали, ну просто ідеальна картинка. Там є це, розібралися. Тут ви знайшли якийсь вихід, теж проговорили. Там можна побачити і послухати один одного. Але ж на практиці, насправді, зовсім інакше все це відбувається. Бо люди не хочуть чути один одного. У них одразу, ну, перед ними стоїть просто стіна. І вже тут не до слів, не до розуміння. Люди просто починають або йти і не вислуховують свого партнера, або починають агресивно діяти, от як, так як ви сказали, справді там є декілька варіантів розвитку тих подій, які можуть бути, але найперше це треба чути один одного. Як навчитися цьому? Це стосується будь-яких стосунків і службових романів також. Всіх. Это достаточно сложно, но для того, чтобы начать здесь друг друга слышать, учиться этому, ну, тут важно при такой ситуации для себя определить, я хочу строить все-таки отношения с этим человеком, с моим мужем, с женой, или все-таки нет. Я хочу их нормализовывать или нет. Я готов наполнять все-таки эти отношения там, со своей стороны или не готов. И когда есть эта мотивация... В общем-то, перед тем, как начать слышать партнера, хорошо бы послушать себя, услышать свои чувства по этому поводу, свои мысли, свою, скажем так, оценку происходящего. Ну и для того, чтобы слышать партнера, ну, наверное, нужно слушать для начала, чтобы было желание услышать, а не гнуть свою линию или там быть правым, потому что, ну, хорошее есть выражение. А чоловіки взагалі ж, вони тільки повинні бути правими завжди, так? Так прийнято? Да, та й женщины такі бувають. І жінки, звичайно, теж бувають. Але я обычно задаю вопрос человеку, который ко мне пришел, или паре, да, вы хотите быть правым или счастливым? Либо то, по-другому не получится. Чи правий, чи щасливий, да. Так, звичайно ж. Если строятся отношения на правоте, если с обидами ничего не делается, не проговаривается, то, ну, это будет очень сложно. Що робити з образами? Ну, якщо вона є, ну куди від неї відінешся? Ну, що таке обіда? Обіда – это детская агресія. Да? Это злость, такой гнев, плюс такая жалость к себе, плюс ощущение, ну, чего-то несправедливого. Ну, в общем-то, это все-таки детский способ такой. С одной стороны, это уход от ответственности. Бывает там и какая-то ценность в обиде, много всего бывает. А с другой стороны, это такой призыв о помощи, особенно женский, чтобы как-то мужчина, ну, увидел, что что-то не так, еще и определил, чего же он недодает и так далее. И важно понять, это обида на что. Ну, вот моя обида о чем? Я обижаюсь на этого человека. За что? Какая моя потребность, которую я ожидал, как та, которая будет реализована, не реализуется? Здесь нужно потратить время. Когда сам понимаешь, тогда можно как-то уже об этом говорить. И тогда вот эта вот сдержанная энергия, которая не внесена в контакт к другому человеку, да, когда ее вносишь, ну, тогда возможен какой-то уже диалог. Ну, опять же, да, готовность слышать, слушать и говорить самому. Знаєте, спочатку справді треба з собою розібратися, потім розібратися зі своїм партнером і зробити висновки вже, мабуть, обом. Що ж робити з тим, що з вами сталося? Ну, якщо навіть стався службовий роман, то це треба теж розуміти, що сталося, чому так сталося і до чого це може призвести. Так, осознаність.
ответственность, понимание, чего ты хочешь. Вот эти вот три вещи, в общем-то, ну, это всегда должно быть в жизни, когда ты что-то делаешь. О. З вашої практики, от який відсоток службових романів завершався дуже добре? Коли ви бачили, що пара щаслива, що вони знайшли один одного, і там без різних таких реакцій, які можуть бути на роботі? Это сложный такой вопрос. Я больше помню из моей реальной жизни, потому что я много где работал, вот еще в такие, скажем так, молодые совсем годы, вот там до 30 лет. И ну, я так вспомню достаточно немало пары, которые я вот знаю, что они давно образовались и работают, муж, жена там уже очень давно, не знаю, ну, пар 5 так точно помню, и как-то у них все достаточно хорошо, интересно, я даже не знал, что они муж и жена, бывало так, или в институте, когда я обучался, то бах, узнаю, оказывается, вот этот преподаватель, этот, это семья. Класс. Ну, это ситуация, ну, скажем так, которая, если отнестись с умом, понимать, чего ты хочешь, из этого может выйти достаточно что-то хорошее. Не повинно бути табу. От як на ваш погляд, на роботі стосунки, це табу чи ні? А, ну, это как-то решает внутренняя культура предприятия, как правило. Ну, нужно понимать, что с одной стороны, вот этот служебный роман, он когда начинается и хорошо продолжается, там много энергии, да, ты ходишь, хочешь на работу ходить, производительность повышается, там у тебя вот компаньон твой есть, и вы там много чего там воротите. А потом, например, вот в среде полицейских я слышал, на Западе где-то даже поощряются такие романы, когда потом муж и жена, потому что, ну, сложно понять полицейского, не полицейскому вот эти все проблемы, да, когда есть такой естественный напарник, то окей. Ну, проблемы-то начинаются, либо если это противоречит конкретно правилам, либо когда в этом всем состоянии люди там, например, забывают о работе, или когда начинаются, ну, они бывают, конфликты. Да? То есть если в обычной жизни конфликт, ты можешь там отойти, подумать там как-то, да, то в работе куда ты отойдешь? Ты вот здесь, и все. А с чувствами непонятно, что делать. Напряжение сохраняется, его девать некуда. Это напряжение начинает переходить в коллектив, да, и пошло-поехало. Вот. А потом опасность еще какая таких служебных романов. И, то есть создается какая-то такая своя ячейка. Два человека, которые, ну, можно сказать, немножко так свою игру ведут. Это получается система маленькая, да, внутри системы. И у них будут свои правила. Вот. И они как-то будут влиять на привычный ход событий в предприятии. А если, например, отношение там, начальник-подчиненный, то там очень много всего интересного. Потому что ну, если подчиненный влюбляется в начальника, начальник влюбляется в подчиненного, это здесь опасность нарушения иерархии, субординации. Потому я вже зрозуміла, пане Дмитро, треба дуже обережно ставитись до службових романів. Це із, але це стосується будь-яких випадків з нашого життя, особливо таких серйозних, коли складаються стосунки між чоловіком і жінкою. Це справді серйозно, треба про це розуміти. Да, просто когда это все внутри системы, то нужно понимать, что вот это очень будет на все влиять на эту систему. А как это решать вам, понимать и... Ну, если прям так уже хочется, нужно, и всем от этого, ну, вроде бы хорошо, да, ну, можно устанавливать свои правила, как мы будем общаться, чтобы это не влияло на какие-то процессы. И по возможности этого придерживаться. Ну, а если есть конфликты с там, супругами, партнерами, ну, как-то это решать надо, тогда смотреть, нужен тебе этот роман или нет, или все-таки лучше его устраивать с тем, кто живет с тобой дома. Дякую вам. Справді цікава розмова сьогодні вийшла. Багато чого ви нам такого розповіли. І я так зрозуміла, що просто завжди треба з розумом підходити до будь-якої ситуації. Оце такий вихід з будь-якої ситуації. Таким він може бути. Ну, а я бажаю всім щастя, звичайно ж. Бажаю, щоб ви були здорові. Ми зустрінемось вже завтра. До побачення.